Ребята, привет! Все, начиная свой новый влог, мы стоим с Майей возле оперного театра. Мы хотели заехать в танцевальный магазин, там купить леггинсы, которые нам нужны на выступление, но он открывается только с 11, поэтому мы поедем после репетиции. Так вот, мы сегодня вечером едем в Вильнюс на 4 дня танцевать. Вот. Едем на студию. Неинформативно. Совершенно. Сегодня очень классная погода, очень классная. За метро снимать нельзя. Помнишь, как нас точно, да, установили? И снимай меня. Сказали, типа, а здесь нельзя снимать, а удалить все материалы. Это секс, 18+. Мира, мотор, поехали. Просто вперед и все. Мы как-то не назад это делали. Не назад мы это делали, да? А, да. На самом деле, не думайте, что мы не умеем делать кувырки. Просто не умею делать кувырки. А я умею. Просто я еще не размята, ничего, и мне нужно размяться сто пудов, потому что я не могу ноги до конца вытянуть. Да нет, посмотри, почему в танце мы делаем кувырок? Вот она нас повезет в Вильнюс, представляете? Представляете? Представляете, да? Мы находимся на том же месте, что и утром. Купили леггинсы. Едем. Короче, сначала, может, за кофе, потом по домам. Сейчас уже 7:30, 8 мы выезжаем. Сейчас мама. Моя ее мама заедет за мной, и мы поедем. Мой чемодан собран уже. И, в общем, да, скоро отправляемся, да? Да. А ты со мной? Нет. Нет? Хочешь со мной поехать? Хочешь? Точно? Чего? Я не могу. Короче, мы уже едем в машине. Да. Ну, точнее, не в машине Вильнюс, а в принципе, до места отправления. Мы сели в машину и отправляемся. Убили свою руку. Подожди. Что у тебя светлее как-то получается? Мы стоим на границе уже. Ну нет, мы еще не доехали до нее, но мы берем страховку, типа, вот. И через пару минут будем на границе. На границе ноль машин, как мы посмотрели в интернете, поэтому должны пройти быстро. Мы въехали в нашу квартиру, она очень классная. У нас тут своя комната, то есть мы думали между вот этой комнатой, сейчас покажу ее, чтобы спать вон там. Но в итоге выбрали вот эту, потому что она самая просторная и самая классная. То есть, типа, тут... Ну, мы на этой кровати не будем спать, тут есть вешалки, как бы... Вот два таких стеллажа классных. То есть, ну, такая классная... Вот мы будем, скорее всего, спать вот на этой кровати. Короче, все очень классно. Небольшой дождь. Совсем маленький. Он просто... Майя. Короче, мы ложимся уже спать, я без макияжа, все без макияжа, поэтому долго не буду снимать. Я думаю, что разобью влоги на несколько частей, потому что я думала, что здесь не будет Wi-Fi, и типа, ну, я приеду домой и редактирую все, поэтому я попытаюсь каждый день выкладывать. Всем пока, до завтра. Всем доброе утро, я засвеченная чуть-чуть, потому что я не накрашенная, и... Мы проснулись уже, как вы поняли. У нас очень классный вид из окна, то есть я только что это узнала, потому что тогда было темно. Сейчас покажу вам. Как я поняла, вот это дом прокуратуры вообще. И там есть такой квадратный еще домик. Вот он. Он классно светится ночью. Вот. Ну, короче, очень классный вид на самом деле. Очень классно. Мы пока дома одни, потому что у Ассоль сегодня... Ну, мы сегодня не выступаем, мы выступаем завтра. И у Ассоль сегодня номинация. То есть, ну, мы дома остались. И я вам сейчас покажу кухоньку. И типа гостиную. Вот эта кухня, она у нас такая желтенькая. Вот, мы сейчас, можем чай попьем. Вот. Это вот гостиная такая. Тут телевизор, типа. Вот. Гостиная.
Тут вот я говорила про еще одну комнату, в которой мы хотели спать. Вот там, типа, кровать. На самом деле там прикольно, потому что вот этот диван, да, здесь можно спать. И вот здесь вот. Ну, тут очень много места и очень классно. В принципе, я вам не все показала, потому что... Она просто очень мягкая. В принципе, я вам показала не всю квартиру, потому что, ну, чтобы вы просто понимали, в чем, где мы спим, где мы едим, там, типа, где мы обитаем вообще. Вот. Я, блин, я забыла показать ванну. Короче, когда заходим, тут есть такая ванна, чтобы, ну, как бы, лежать в ней, принимать душ. А, раковина. И вот тут вот огромное зеркало. Я в комбинезоне. Круто. Короче, тут зеркало такое. А, умывальник, как бы наши вещи, вот. И самый лучший друг. Белый мой. Вот. Ну, короче, стиральная машина и душ. Ну и там еще одна комната, там где спят родители Асоль. Короче, мы сейчас будем смотреть, взломать блогеров, когда его все давно уже посмотрели, а мы с Майей одни блоки. Ага, и это снимаю я. И мы сейчас будем красить. Биномон! И оно наконец-то, походу, загрузило. О, да. Кита! Гета услотас! У нас ничего не грузится, и вот эта вот стрелочка, которая движется, она, это вот я управляю ей, и она очень-очень медленно движется, очень. Прошло и полгода. В далёкой. Мы ходили в магазине и купили много-много еды. Много чего купили. Я думаю, сумка перешла нормально. Мы пришли уже домой, и как бы мы сидим, ждем еду, пока она приготовится, и нам очень скучно. Вот. Асоль, кстати, сегодня пела в одной... Ой, Асоль, какие ракурсы! Тихо, она, короче, пролазит сюда. Я хочу через нижнюю. Пока. Давай через нижнюю. Через нижнюю будет безопаснее, мне кажется. Но ты держи, пожалуйста, этот шкаф. Ку-ку, я родился. Я родился. Мы сейчас отправляемся в там, где мы будем выступать завтра, посмотрим зал, поддержим подругу Асоль, которая будет сегодня выступать. Я такая. Вот, так что да. На самом деле, не знаю, что мы еще сегодня будем делать. Я такая. Посмотрим. Мы уже приехали сюда, и тут такой коридорчик. Ну, короче, это какой-то технический колледж. Но тут очень классная сцена. Не знаю, как малый зал, я еще не ходила туда. Но если кто живет в Минске, вот прям как Prime Hall, даже больше сцены. Магазин может называться Киркукля. Киркукля, да. Господи!
Неважно, что там выделено. Интересно, а почему? Что там продается? А это какой-то ресторан, наверное. Это вообще парикмахерская какая-то. А, Кирпухли, это, походу, это парикмахерская переводится. Мы уже идем обратно с пиццерии, поэтому скоро поедем гулять, может быть, в город. Но, может быть... Еда? О, господи. Кирпухли слотас. Так вот, и мы... Я думала, что ты разговариваешь. А я забыла, что я хотела сказать. В общем, мы пойдем сначала в этот технологический колледж, посмотрим, что там. Может быть, мы посмотрим результаты и пойдем гулять в городе. Ой, зеленый! Короче, мы сейчас идем гулять на какую-то башню. Я не знаю, как она называется. Мы идем, короче, в старый город. Старый город. Там там старую башню, вот, которая находится на какой-то там высоте. Короче, мы идем вон туда. Как бы, типа, да, гора. Смотрите, мы идем, короче, вот так вот в гору. И она выглядит. Давайте сфоткаемся, потому что... Это выглядит очень красиво, но... Да, я хочу поближе подойти и сфоткаться. Я просто везде граффити сфоткаюсь. Ну, это будет красивее. Тут очень красиво, на самом деле. Хотите, я вас сфоткаю на фотоаппарат? На фотоаппарат? Да. Короче, мы пришли... центр города. Тут оказалось красиво, на самом деле. Сейчас я вам покажу. Давно пришли домой. Сейчас будем. Мы уже помылись и сейчас будем кушать. Я, наверное, буду заканчивать этот влог, потому наверное. Ну, знаешь, вдруг я завтра решу продолжить, но скорее всего нет, потому что он получился очень длинным. Вот. И завтра ждет нас все-таки уже конкурсный день, там, где мы будем выступать. Поэтому я думаю, что я сниму тоже завтра влог, поэтому да. В общем, всем спокойной ночи. Всем до завтра. Господи, я так ужасно влезла. Соль уже вон там вот спит. А Соль? Она спит, не надо. Короче, вот, всем пока.